to. Сразу правильный ответ. She. She. Так, she has got long hair. Yes. Исправляем их ошибки и пишем she has got long hair. Long hair. За них работаем. Three. She has got long hair. She has got long hair. Three. Three. I. Good. I have got a radio. Radio. Уже radio. Видишь, как одно из книжки нам radio пригодилось. Please write. Please write. She, I have got a radio. I'm ready. Four. Four. Hey, he has got two balloons. Good. Two balloons. He has got two balloons. Good. He has got two balloons. He has got two balloons. Good. I'm ready. Good. А дальше домашка пойдет. А мы здесь еще. Exercise two. Write has or have. Please read. Two. Write has or have. One. One. She has a watch. A watch. Ну, они опять год забыли. Да? Ты не забывай, ладно? Has mm-hmm. тоже можно, но так американцы. Да, ну мы с тобой учим английский. Английский – это язык для Англии. Он там зародился, а потом уже американцы его к себе забрали. Поэтому американцы год не говорят, а мы говорим. Давай еще раз. One. One. She has got a watch. She has got a watch. Watch – это не clock. Clock – Мазик любит их. Какие clock – часы? Обычные часы. Ну, большие с шестеренками. Да. А watch это маленькие, куда их одевают? На руку. Вот. Большие. Two. Two. We have got. Yes. Blue. Ну, дальше-то. Have got blue jacket. Jacket. Куртки или жакеты. Three. It has got a long tail. Good. Но it – это либо черепашка. Нет, у черепашки нет длинного хвоста. У каких животных есть длинный хвост? Длинный хвост? Leopard. Leopard has got a long tail. Repeat. Leopard. Leopard. Long tail. Oh, cat, yes. Cat has got a long tail. Repeat. Cat has got a long tail. Monkey. Monkey. Has got a long tail. Tail. Они могут даже на них висеть. Кенгуру. Oh, good. Kangaroo. Has got a long tail. Kangaroo has got a long tail. Но ты не забывай, пожалуйста. Kangaroo, leopard, кто у нас? Cat. Они все дикие, и души у них сколько? Мало. Поэтому мы их с чем, с каким местоимением? It. It. Можно, конечно, и she, если это
леопард девочка или хи, если леопард мальчик, и если они где живут? В джунглях. И ты их приручил, то есть как будто они стали домашние у тебя. Ты знаешь такую историю, Маугли? Да, знаю. Маугли с ними общался со всеми. Для него они были ит или хи или ши? Ши, хи. Thank you. Для него они были ши и хи. Почему? Но не ит. Потому что они для него были как мама и папа. Thank you. По-моему, Маугли выходила волчица, нет? Да. Ну вот. И защищал его, по-моему, Бэ. Так или нет? Да. Кстати, там отвратительный был персонаж. Пайсон. Пайсон, пиши, пожалуйста. Длиннющий, предлиннющий, просто жуть. Пиши. А, это змея. Питон. Пиши, Пайсон. Пока это пишу. Питон был. Это питон был отвратительный. Они